Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Посмотрите, кто к нам пришел. Моя красавица пришла. Мираба. Şimdi okudum senin yorumlar nasıl yazdı. Hep selam, hep selam, hep selam, hep iyi, kardeş abi. Ben de izledim yengem. Aa, ben bir edebiyat parçalamışım, Ama мы сейчас идем на море с Азлемом. Ты прям анлатмышын her şeyi. Deniz'de geliyoruz, Deniz'e. Merhaba. Сейчас будем завтракать, afiyet olsun нам. Пока-пока, görüşürüz. Deniz'e gidiyoruz yüzmeye. Короче говоря, друзья мои, aşkım gitmedi Deniz'e, не пошел на море. Evet, yengem beni Deniz'e sokacak, ilk defa Deniz'e gireceğim. Он говорит, я хожу на море ради вас. Senin için diyor, ben gidiyorum Deniz'e. Şimdi Özlem geldi, gitin diyor beraber. Tamam, daha iyi. Erkek bize gerek yok mu? Dedikodu çok yapacağız. Evet, çok dedikodu yaparız. И нам мужчина не обязательно. Мы немножко посплетничаем, поговорим о том, о сём. Вот идем здесь близко вообще, а то куда aşkım не любит. Burada aşkım seviyor, да? Ama biz seviyoruz. Evet, biz Deniz'i çok seviyoruz. Özlem ilk geliyor, gidiyor. Evet. Первый раз идет, говорит, вода не будет холодная, soğuk. Soğuk değil mi o Deniz? У нас kaç derece? 40, наверное, 45 derece. 45 градусов, так горит все. Bugün aşırı çok sıcak. Zagar alacağız, zagar. Güneş aşağıya inmiş, tam bizim tepemizde. Yerler, asfaltlar çok sıcak. Все горячо. Bacaklarımız yanıyor sıcaktan. Горят все ноги, мы идем по асфальту. Прямо сыча. Говорит, юмурта тоже сделаем, яичницу пожарить можно. Пиши раджас. Хады бутарафта города бирас. Идем, мы потом покажем, как мы плаваем. Вот и море. Пришли мы на море. Ну пока не. О, баксен. Не узак визуер. Görüyorsun sen? Evet, dalgıçlık yapıyor. Днем есть люди, мороженое кушают, дондурма. Кюнефе, баклава. Посмотрите. Видите? Водолаз. В основном люди сознательно в масках ходят, молодцы. Ну-ка, сигара ичёру. Ну, тамам. Чёрный бизнес, лечи сигара. Красиво, не так ли? Кто-то чай пьёт. Эвет, да, море мало осталось. Смотрим, что очень все забито. Олары пикник я пьёрлар улабелир, аджаба. Аджаба. Я хочу использовать, так хочу научиться по-турецкому говорить. Вот слушаю какие-то слова новые каждый день. Потребляю потихоньку в своем лексиконе. Но надо много пожить, чтобы понимать их обороты. Скоро все получится. Тень свою вижу в ресторане. Вендебе. Такие красивые дома, говорит, мне тоже нравится. Ама кишин бурада и стемьорум. Зимой не хочу. Ама вьюк, талга. Очень много людей. Ну, не так много, но здесь мелкое море. Бу сатылык продается. Сатылык. А, продается. Посмотрите, какая вилла. Деньги, позвоните по этому. Где номер? Номер телефона. Эвет, олур, баксин. Анчак, оле алабир. Икимиз эви сатачаз, анчак бурай алабир. Bak sen ne güzel. Banyo orada. Mutfak orada. O da güzeli. Bak sen bak. Tamir yaptılar. Burada тоже ремонт сделали красиво.
ремонты сделали. Вот такие виллы возле моря. Но видите, одна продается, можете позвонить. Вот эти виллы, а вот, вот море. Янын, якында Денис. А, бен сана дедим, орада пикник я пьёрла. Руёза. Мангал, мангал. А, пришли. Мы на пляже, который Ашкым не любит. Посмотрите, что здесь творится. Там все на пикник приехали. И здесь на пляже, в принципе, никого нет. Видите, все там. Душ можно принять. Одежда купаются. Узлимчик так одела в платьице, красиво. Узлимчика учила плавать. Ну, мне кажется, если пару раз со мной пойдет, научится. Ашкым ненавидит этот пляж. В основном я смотрю, что женщины не умеют плавать. Я, естественно, поплыла далеко-далеко, и там спокойно. Еще знаете, что заметила? Что здесь вот такие вот наглые есть, которые дотрагиваются, даже извините не говорят, как будто так и надо. Но я ему хорошо тоже ответила. Есть, называют их сапык. Как переводится сапык? Я точно не знаю, но подразумеваю, что это такой вот невежа, такой бессовестный, невоспитанный, вот такой вот. Приду, посмотрю в переводчике. Море, конечно, чудесное, теплое-теплое. Вот собачка такая большая в песочную яму залезла, там прохладно. Жарко. Ама купекли, купек гизмиор, а? Угу. Такая толстая, чок Шишкова. Толстая такая, смотрит ее, видно пожилая, да. Собачка добрая, никого не трогает, сама себе режиссер. А вот и я. Волосики у меня уже выросли чуть-чуть. Такой беспорядок можно сделать. И прическа готова. Море как парное молоко. Вот 30 августа сегодня. В некоторых регионах уже наступает холод, осень, а у нас супер. Лето не заканчивается. Как я люблю спать на море. Отключаюсь. Побултыхалась водичкой и как легла и заснула. Открыла глаза, а вокруг прибавилось людей. Вот так купаются у нас спортивных. Возле нас обегендин мы, Денис. Она как окуталась. Только одежда она взяла, переодевается. Мангал без ебекли, Рорда. Как? А, видите? Книжку взяла, араб. Thank you.
Посмотрите, моя заловка третий наряд взяла на море. Третий раз переодевается она. Видите, модель беним, модель. Это первое, это второе, бу-чунджу. Подготовилась капитально. Зато на меня так смотрели все, что я в купальнике. Все купаются в платьях здесь. Видите? Я в купальнике. Да. Только мужчины голые, и то в майках некоторые. Узлем научилась этот куп плавать, я ее научила. Юзмек Оленди, узлем. Ага, молодец. Ама тачок уранным чем А, чтобы еще лучше научиться, надо постоянно ходить на море. Научимся. Ама сын акылы, чок акылы. Бирке сана гостердим нас влязем. Ага, хорошо. Ой, ты моя золотая. Ютубин сен гилдизм беним, ютубин. Какая она у меня хорошая, правда. Какая она у меня хорошая, правда. А, беним сачлари нас. Опа. Я тоже полотенце накрыла, чтобы на меня не смотрел народ. Замечательно. Раз в неделю надо выходить. Расслабляться. Я даже интернет отключила в телефоне. Сейчас высохнем и пойдем домой. Я вчера же сделала голубцы. Крутила целую кастрюлю огромную. И пойдем покормлю, угощу мою заловушку. Узлем бене в десарма вашим виеджи в сарма. Кёфте да вар, кёфте. Чок вар бир шей. Бугинки эйленджемиз, денизимиз, эве гидерыз. Нагулялись, накупались три раза. Выспались, отдохнули, идем домой. На мои волосы сачлы рыда судним. Так хорошо, чок дилиди, гюзель. Eğlendik, mutlu olduk. Şimdi onun koca gelecek, yemek istiyor. Evet. Не идет к нам. Özlem, не идет, gelmiyor. Все, görüşürüz, пока, пока. Впереди жених с невестой. Evet. Mutlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol. YouTube'a veriyorum. Mutluluklar. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya gidiyor çünkü Serkan. Hangi kanalı? Сейчас мою Özlemçik буду фотографировать. Какая свадебная машина? Ожидает жениха и невесту. А, сегодня праздник в Турции, поэтому везде флажки. Посмотрите, какой дом интересный. Тут в основном, я смотрю, новые дома. И тут тоже везде флаги. Сегодня, знаете, какой праздник? Бугун ханги байрам сен дедин? Сафер байрам. Сафер Пайрам, Байрам, 30 августа. Случилась какая-то трагедия в Турции. Ким, Саваш, ты? Ататюрк, душманнардан Ататюрк от бандитов спас Турцию. Не, ханги бандюна не стандан деды. В Греции. В общем, это национальный праздник Турции. Видите, я не помню. Забыла, какой. Везде флажки. Бана сурьерла. Не, хичким сейок, сокак-то. Насал сакын. Везде были
Ama sıcak şimdi değil ama nerede hep insanlar? Burada genelde tatile çıkarlar. Sena отдых едут. Deniz evlerine giderler. Aa, они едут на отдых. Yayla evlerine giderler. В горы, где прохладно. В деревню едут летом. Herkes böyle. Çok. Emekliler durmaz. O yüzden hiç kimse yok sokakta. Bana soruyorlar. Niye yok insanlar? Nerede hep? Burası sakin herkes zaten. Yani annem gibi orası böyle değil. Ama burada herkes... Diyor, takviyeşi perivozik. Sokakta gezmiyor yani. Taşıyorlar, evet. Эти вот такая вот машина и taşıyor, перевозят. Классно придумали. Очень удобно. Не то, что мы в лифтах, по лифтам таскаем. Может, в Грузии сейчас тоже все изменилось, дай бог. В каждом доме продают алсинашкому. Продают вот номера. Видите, на этом этаже, на верхнем сателлык. Покажу для вас, друзья. В каждом доме я вижу продажи.